есть одна ошибка, которую допускает абсолютное большинство людей. И из-за этой ошибки большинство людей теряют деньги. Посмотрите это видео, оно займет вас буквально 2 минуты. Но я вам расскажу, что это за ошибка. И вы сможете сразу же после этого видео ее исправить. И результат моментально отразится на вашем кошельке. Сначала у меня есть к вам один вопрос, очень простой. Сколько денег вы получаете в год? Большинство людей ответят так. Я зарабатываю 50 тысяч рублей в месяц, умножаем это на 12 месяцев, получается 600 тысяч в год. Вот мой доход 600 тысяч рублей в год. И дальше вы начинаете оперировать вот этой вот суммой в 600 тысяч. Вы думаете, так, 600 тысяч я смогу себе позволить там ипотеку или не смогу, кредит мне нужно взять. Инвестировать у меня денег нету, на отпуск тоже не хватает, надо на отпуск какой-то кредит взять. И вот эта сумма 600 тысяч, которую глобальную вы видите, она сидит у вас в голове, и вы, соответственно, с ней работаете. Но я спросила вас, не сколько вы зарабатываете в месяц. Я спросила, сколько денег вы получаете в год. А в год вы на самом деле получаете намного больше. Это всевозможные кэшбэки и какие-то финансовые бонусы. Это ваши премии, это денежные подарки, это проценты на банковском вкладе, накопительном счете. И это, возможно, какие-то дивиденды и доход с облигаций. Это налоговые вычеты. Если вы вот это вот все просуммируете, даже 1000 рублей кэшбэка в месяц, даже 500 рублей кэшбэка в месяц в годовом эквиваленте, это большая сумма. 500 рублей в месяц – это 6 тысяч в год. Если вы добавите сюда проценты по банковским вкладам, налоговые вычеты, которые вы можете получить, то вы увидите, что вот эти вот деньги, которые дополнительные вы получаете, они равны вашей месячной зарплате. И это абсолютно свободные деньги, которые вы никаким образом не держите в своем сознании, вы не учитываете их ни в каких ваших финансовых планах. Они у вас просто появились и ушли. Это закон неучтенных денег. Все деньги, которые вы не учитываете и никаким образом не планируете, все деньги, которые к вам пришли просто так, они моментально испаряются, потому что у вас их нету в вашем финансовом плане. Задание, оно максимально простое. Посмотрите, сколько неучтенных денег, всяких премий, вычетов и так далее, которые не участвовали в вашем финансовом плане, вы получили за прошлый год. И подумайте о том, что вы на самом деле могли бы сделать с этими деньгами. Вы увидите, что денег через ваши руки проходит намного больше. И финансовых возможностей на самом деле у вас намного больше, чем вы думаете.